Здравствуйте! С вами снова я и Финляндия. Сейчас я нахожусь в большом торговом центре города Турку, рядом с моим районом. Немножечко покажу вам скидочные магазины. Возможно, что-то куплю. Ко мне моя внучка приехала, Настюша, со своим парнем. И это она теперь у меня оператор. Вот в магазин, это финский магазин, мы туда не пойдем. Не пойдем. Хотя там неплохие скидки, но мы пойдем по другим. Вот магазин «Стадиум» спортивной одежды, тоже туда не пойдем. Вот следующий «Кубус», тоже туда не пойдем. Пойдем вот магазин «Вилла». Пойдем туда в «Виллу», потому что там скидки уже на 50%. Книгочки. И сейчас мы посмотрим, какие здесь цены. Вот такие курточки здесь, такие пальтишки здесь. Скажи, сколько стоит? Вот, смотрите, вот какая была цена. Было 100 евро, да? 95 евро. Вот. Вот такие можно сейчас. Искусственного меха. Всякие курточки всевозможные. Такие штучки. 40 евро сейчас такая. Вот такие пальто. Интересно, шерстяные пальто. Мне нравится, кстати. Моей Настюше нравится такой. Угу. Пальтишко. Это большое, это, наверное. Да, это мой размер. Цвет хороший. А сколько оно стоило, Настюша? Ну-ка, давай сними нам. Стоило 120, 60 евро. Ну, у меня есть пальто, не одно. Ну, не, и не дешево. Не дешево, конечно. Будем ждать, пока будет еще дешевле. Угу. Вот, что мы здесь посмотрим? Здесь мы посмотрим, а такие же, как вот беленькие, такие же черненькие. Угу. Вот какие-то длинненькие эти пальто теплые. Платье, которое можно одеть на праздник. Угу. Вот платье все в пайетках на праздник. Но я не люблю такой бордовый цвет, хотя платье очень даже неплохое. Обратите внимание. Слушай, с декольте смотри. Таким. Стоило 90. И на 30% только. А, на 30, да? Да. Вот какое платье. Здесь... А, это, знаете, это, наверное, даже не платье. Это наверх платье одевать, потому что оно вот с подкладой здесь. Красота. Всевозможные свитерочки, такие парки. Парки такие. Вот. Черненькие платья в пайетках. Угу. Это я. Привет вам, я одета по-спортивному. Мы ходили на кладбище, проведывали Юру. И зашли в магазин. Вот такой цвет люблю, зеленый. Красивый зеленый цвет. А вот смотри, джинсы по 13 евро. Вот джинсы дешевенькие, 12,99. Угу. Вот такие обычные, стрейчевые. И курточки недорогие. Цвет такой люблю. 20 евро. Ну, она легкая, прям. Да, у нас сегодня минус 2. Погода неплохая. Вот. Такие. А, вот мне нравится такой цвет зеленый. Капюшоном, такие же, как белый, черный, и тут зеленый. Ну, не натуральные, конечно. Ну, конечно, не натуральные. Все искусственное. За 40 евро. Ты бы носила такую, нет? Зеленый нет, наверное. Это бабушка любит зеленую. Да, я люблю зеленый цвет, но я бы не носила такую тоже. Пойдем дальше. Пойдемте дальше. Пойдем в следующий магазин. Любимый моего сынули, вот он называется так, Джеки Джонас. Или Джордан. Джеки Джонс. Джеки Джонс. Вот здесь скидок практически еще нету. Скидки начнутся после Рождества. Значит, там вот кое-что есть. Я вам покажу сейчас. Вот на 50% скидочки такие свитерочки. Такие свитерочки какие-то. Стоил 35. Нет, сейчас вот на 50%. Ну, скидки такие. Вот есть такие вот штучки. Вот, домой тоже сынуля любит всякие такие, ну такая нить, наверное. А она, кстати, наверное, снимается. Да. Да. Она снимается. Ну, такие всякие спортивные курточки такие. Такая вот неплохая. Сколько стоило? Сейчас 40 евро стоит. Ну вот, сейчас пойдем в магазин для девочек. Они тут... Вот мы пришли в другой магазин. Этот магазин называется Вера Мода. Здесь тоже 50% скидки.
вот такие, скажем, дубленки, искусственные дубленки. Они сейчас у нас очень модны. Сейчас 45 евро стоят. 45 евро есть такая же чулка. Вот пальто такие очень хорошие, мне нравятся. Они такие, знаете, шерстяные, теплые. Вот. И как этот, оверсайз, да, называется? Оверсайз, ну, типа большие. Большие такие. 40 евро тоже. Вот такие, вот видите. Тепленькие, хорошенькие. А вот здесь даже на 70% скидки есть. Ну, здесь 70%. Это какие-то курточка какая-то. Сейчас 25 евро. 25 евро. Это искусственная кожа. Угу. И вот такое вот платье. Угу. Ой, красивое. Сколько сейчас стоит? Стоило 40? 12 где-то? 12 евро. О, да. Может, маме посмотреть такое? А, посмотрим, да. Угу. Посмотрим. А, нет, такое платье. Я тоже такое носила. А там он блузки или тоже платье вот это вот? Это тоже платье, только такая же модель, наверное, только немного в другом цвете это платье, видите? Mm-hmm. В таком цвете. Тоже красивое. Ну, тут а еще тоже, наверное, 70. Джинсы, да? Да, тоже джинсы. 70% скидка, но такие купила, видишь, как они называются. Ну, сколько они стоят, мастишь? Стоили 50. 50, 75, 35, 15 евро они сейчас стоят. С дырочками хорошо стрейчивают. Угу. Вот. Такие вот темненькие без дырочек. Угу. Вот много всего, видите. Прикольные свитера. Такие вот уже кофточки, свитерочки. Ну, правда, у меня была с подобной пряжи, только такая посветлее, кофе с молоком. Вот это вот очень вылазит пряжа. Как моя шуба, ой, шапка, шуба. Да-да-да, очень вылазит пряжа. Вот. Что тут, видите, какие модные цвета в этом году у нас. Вот такие мне нравятся. Прозрачненькие кофточки. Сколько стоит, сейчас я скажу. Ой, стоило всего лишь 17 евро, сейчас минус 50. А, вот давайте посмотрим. 16.99, 8.50 сейчас. 8.50 стоит. Неплохая кофточка, но она прозрачная, видите? Ну да. Поэтому под нее надо или лиф какой-то одевать, или топик. Такое что-то. Вот бордовый цвет не люблю. Вот. А вот такое вот, да, вот синее такое. Вот горошки люблю. Горошки люблю. А у нас еще сколько такая горошка? Так, сейчас посмотрим. 13.50. 13.50. Ну, здесь еще будут и на 70% везде скидочки. Везде. Нам надо красивую белую блузку найти. Рубашку просто белую. Красивую. В черном цвете. Черное тоже не люблю вещи. Угу. Пойдем дальше. Вы знаете, я не люблю делать большие видео, поэтому сейчас будет вторая часть. Пока-пока. До встречи.